Беги туда, там очень... Мегалания вижу. Одна мегалания дефенсная вроде, да. Нам всем пизде. Почему? Пизде моё. Ну просто там мега вообще очень умная была. Она за мной бежит в соло. И она не понимает, что у меня остальные побольше, и она медленнее, как минимум, чем я. Давай, Бублик, иду на тебя. Прямо на тебя. Да, я вижу. Заблюдовал. А нет. А чёрная мега была вообще очень умная. Блин, не прошел. Помню, тут метрик, кстати. Я семинолик позабагил просто. Попал. Попал. Но у нее бледа нормально. Попал. Я бы так сказал. Уплю. А, я думал, что она тебя прям зажала под ноль. Я тебе еще водичку. Давай. Я тоже перейдем с тобой. Что я могу сделать в трех адолт-метриков? На сапконке. Ты мог их просто взять и убить. Так. Убили мне трех адолт-метриков. На сапконке. Попал. Блиду. Да нормально, у него блюда там пиздец вообще. У него 5 кучек или 6 даже. Слева контроль, а я справа. Все. Он, как все, хорошо показывает против больших целей по типу Зухича. Еще раз дал ему. Тоже. Ой, у него, он все, у него экран смерти. Да. Помянем. Против больших нормально. Если, типа, старые играть. Наив. Нормально сыгранный. Убили, переиграли, уничтожили. Лучше, конечно, против этих играть. Мед. Или соразмерно. Возле меня вот так. Сейчас идет то... Большой мелкий. Большой, адол. Идет прям по русской реке. Ебать, альбинос красивый на латенке. Розово-белый, блядь. Бублик. А, нет, он ищет выход, да. Бля, латенку можно тупо розово сделать. Все, я покупаю альбиноса себе 100%. Что он делает, такой вопрос? Блядь! Ой, аутист. Саша, хорош. Я скин выбирал. Сашу иду убивать. Вот и бейтесь, бля. Бублик, ты где? Здесь, иду к вам. А что такое? Драться надо? Давай. Да сплет еще будем варюча. Ооо. Только он не вылезет вообще оттуда. Вон в лупом углу. Где он там? А не, он вылезает. Он вылезает, парни. Откуда вылезает? А, я понял. Увидел, с какой жопы? Ебать. Ой, нашел цель, это, повкуснее. Наверное. Я кушать, кстати, хочу, поэтому давайте там, выните его, ради меня. Нет. Давайте там, долби его. Блин, дом. В ногу.
Он падает? Бля, я тоже. Не попал. Ой-ой. Не то сделал. У него КД 3 секунды. Два блида уже, а уже три даже. Я могу прийти его наблизить. Через половину. В спиноч бегает маленький. Мелкий спиноч? Да. У меня. Мой первый настоящий бой. Давай, иди сюда. Все, давай, дальше сам. Блять, я не попал. Ладно, да, оставим. У него, блин, будет так. Долго. Очень долго. Все, хуйнул один раз. У него, блин, закончился, все, отрегенил. Да, действительно, отрегенить. Стабильный, нет. Поэтому встал, конечно. Да. Все, отрегенил. У нас время на нашей стороне. Он рано или поздно заходит кушать. И мы можем один как бежал покушать, все остальные стоят ждут. Ну или можем просто его заблизить. Он да. Будет потом. Он друг друга не застопит. Бой не на жизнь, на смерть закончен, я победил. Ура. Молодец. Бля, как конка глотает. Она понимает, что это победа. Издевается над другом. Ай-ай-ай. Нужно начинать скоростеть. Обходи. Ай. Он вытащит сейчас. Он вытащит уже все, можно убить. Все, отходи. Дай наблюдать. Я могу его добить? Не нужно. Зачем? Он... А, ты хотя. Я его убил. Да, я охуенен. И зачем? Потому что я охуенен. Да-да. А я-то думаю, что я так много пустил, я же не одол. Так, ладно, я пошел. Мне вообще-то шкуру надо бой поменять, хвост. Я тут вообще-то шел. Я вообще-то был занят. Я тоже. Вы тут со своим досплетом, блин. Вообще не почувствовал, что-то я досплет. Очень легко. Нормально. Очень слабенькая. А вы на свою хп посмотрите, три. Вот чё, я нас? Без получения урона. Вот это. Закрой, ты маленький. Сильный, мощный, маленький. Красивый. Да, усёк стоит. А у нас-то один. У нас шедов же, да, этот. Водный, блядь, полностью. Так я уже все, я весь пошел ставить. Нормально. Я даже прямо стартанул жестко только что. Походу гуся увидел, положил. Так гусь у меня тут в сфера. Даже его тиммейт это увидел. А, нет. Ну, оба у нас только встает. А уже нет. Убивайте их. Так как если бублик в оп стоит? Что делает? В оп. Сидит, сидит, не знаю. Из куста в куст бежу. Один, кстати, полностью скоростной, у него и пост, как я понимаю, скоростной взят. А, нихуя, может разъебать кабину. А бублик проснулся. Да я на работе отхожу туда-сюда. А.
Только ты во время фазы не отходи, Алекс. Ну, типа я не обещаю. Один, кстати, наверх туда пошел, из чё, за ним сразу. Понял. Он может контролить в этот, слышь. Аккуратно. Я здесь под... Чего? Шэдоу ты сам? Или нет? Я одол. А, ты уже одол? Ну когда мы подъезжали? Давно одол. Три, в двух. Не особо много у нас. Чё? Запушу дрожжу. Ладно. Не засчитал тупо. Будем это да, считать. Да, скоростной. То, что возле бублика только что был, он скоростной. Он так жестко проходит. Да, у него нет ударов просто. Почему он не проходит по когти-то? У него когтями у меня просто не проходит урон. У меня проходит урон у ним. У меня просто когти как будто спаризывают. Ну что, с маслом обмазать, что ли? Вода понял хвостом. Все, все-таки есть хвост. В то, что меньше, в этого, да. Того большого нету. У всех есть хвост. У всех, у да, него нет. У обоих есть. Да. Да не стукай. Не стукай, не стукай. Бля, как да, отбиться? Да, бля. Там тот каленый пиздец. Шэдоу. Не знаю. Дело в шляпе. Шэдоу, дело в шляпе. Я ему еще очень много накидал. Который он еще лежал. Ребят, надо вдвоем типа залетать сейчас. Я жду, когда он ляжет, чтобы перепрыгнуть просто. Да не ляжешь тоже. Да нет. Он понимает, что сейчас будет прыгать. Он лег. Он не лег. А, не, он не лег, он просто голову повернул. Да. Сейчас как будто он лег. Мы можем, в принципе, спокойно тут допрыгать. Не особо да. Много урона получаем. Второму дал блит, чтобы он тоже не расслаблял. Я вообще дал блит. Ой. Нормально, нормально. Нормально, но не очень. Да, нормально. Так, да, здесь ты меня другие не сейчас. Блин, не доходили. Буренник, ты меня другие. Один уже. Издалеке? Ладно, пофиг. Один минус, один минус. Один. Ему в лицо дал блит. Нормально. Следующего даем. А, я же. У меня ген вообще не идет. Ой-ой-ой.